Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Всего около 500 срубленных деревьев насчитал начальник территориального управления села Кневичи Сергей Квашнин. Вернее, не деревьев, а того, что от них осталось. Пеньков. В связи с лесными пожарами мы делали объезд территории, проверку и обнаружили вот такую несанкционированную вырубку деревьев. А почему вы решили, Сергей Петрович, что это несанкционированная вырубка? Чтобы осуществлять вырубку, необходимо было обратиться за разрешением и иметь лесопорубочный билет. При объезде территории мы остановили машину вместе с сотрудниками полиции. При них этих документов отсутствовали. Это и есть основание заподозрить, что деревья, хоть и росли в границах садоводческого некоммерческого товарищества, вырублены незаконно. Для того, чтобы срубить дерево вне зависимости от права пользования на земельном участке, вы должны обратиться в администрацию Артемовского городского округа в отдел охраны окружающей среды. В соответствии с требованием действующих правил содержания охраны зеленых насаждений с 2015 года, мы выдаем разрешение. То есть отдел охраны окружающей среды является уполномоченным в данном случае органом, который выдает разрешение. Разрешение – это лесопорубочный билет. Правило действует на всей территории Российской Федерации. Исключение только для индивидуального жилищного строительства. Но в садоводческом товариществе считают иначе. Не застав на месте председателя, мы связались с ним по телефону. Общество образовано в 1991 году. В 1991 году на всю эту территорию был выписан порубочный билет на все 50 гектаров. То есть в 1992 году на данной территории не должно было находиться ни одного дерева. Верховный суд на рассматривание данные дела по данным вопросам о порубках деревьев на садовых участках и в садовых товариществах приняло четкое и понятное недвусмысленное решение. В связи с тем, что порубочный билет на данной территории уже выдавался, повторно порубочный билет запрещено выдать, потому что, объясняю вам, 13-я статья Земельного кодекса обязывает тех людей, которые получили данные земли, поддерживать их в состоянии земель сельхозназначения. То есть на них запрещается расти дубам, ясеням, на них должны расти пшеница, рожь, яблоки и другие насаждения плодоносящие. А дальше, как известно, лучший способ защиты – это нападение. Я буду ходатайствовать о том, о привлечении людей, злоупотребивших властью, к ответственности. Забота о продовольственной безопасности жителей Артемовского городского округа вызывает чувство уважения с одной стороны, а с другой – озабоченность за экологическое состояние города. Дуб, ясень, черная береза и другие реликтовые растения являются особо ценными породами, занесены в Красную книгу и охраняются государством. Ценность породы заключается в том, что вот мы сейчас стоим, это дуб, да? В данном случае это твердая порода. Она ценность вот для топки, ее вот эту породу используют, да, в основном. То есть у нас лесорубы, они за дубом, это их первая вотчина, которой они занимаются. То есть для дров. Ну и для столяров тоже это для ценно. Для столяров, да. Ну, у нас есть, здесь мы не обнаружили, где обследовали, вот немножко дальше участок, у нас есть там, получается, бархатное дерево. Они его тоже пытались. Это краснокнижное? Да. Это скажи, пожалуйста, а сколько вот лет было этому? Ну, не менее 60 лет. Учитывая данные обстоятельства, впору говорить о привлечении к ответственности тех, кто уничтожил деревья. Будет проведена соответствующая процессуальная проверка, и там будут выясняться обстоятельства по предоставленным документам. То есть, если краснокнижные деревья вырублены, это будет уголовная ответственность. Если будет ущерб причинен малозначительный, это, возможно, будет административная ответственность. То есть, все эти моменты будут устанавливаться уже после предоставления всех соответствующих документов со стороны администрации и леспромхоза. Безусловно, правоохранительные органы, администрация и руководство садоводческого товарищества разберутся в этой ситуации и виновные понесут наказание. Но кто знает, сколько таких участков в окрестностях города, где ведется незаконная вырубка деревьев? Когда мы уже научимся беречь природу и защищать ее богатство не на словах, а на деле? Все вместе, хотя бы ради собственной безопасности и здоровья наших детей, а не ради кармана предприимчивых дельцов. Александр Наточев, Денис Болтов, Светлана Нурик, Даная Михайлова. Городские новости.